Привет, заехал на заправку, заправился немножко, потому что ехать нам 50 минут, не помню сколько километров, ну в общем заехал, заправился и сейчас выдвигаемся в сторону аэропорта, аэродрома, гостиницы и будем летать на двухместном легком самолете. Это мой первый будет полет в таком формате, ну и по приезду запишу. Погнали! По Каду, отличная погода, на небе не облачко, солнышко, красота. Минус 4 сейчас показывает, уже потеплело, было с утра минус 8, что для ноября, в общем-то, вполне нормально в Санкт-Петербурге. Пишет мне, в пути еще осталось полчаса навигатор, ну посмотрим, я думаю, как раз к этому времени нужному и подъеду. Это не целиком подвешивается. Это просто тренажер, что сидишь, да? А крутится другой, там уже не там надо быть. Тут ты обучаешься, а там ты стреляешь, там стрелял. Склад. А тут склад. Видите, я добрался до гостилиц. Дорожка. Шоссе не для седанов. Ограничение 20 км в час. Ну, в общем, все нормально. Сейчас полетим. Время уже наше пошло. Решил записать впечатление, пока свежие эмоции. Ну что, друзья, чуть не блеванул я с этим пилотом.
Да, это реально было. Немножко он покрутил. Немножечко совсем. Вот так. На фоне аэротрубы. Машинки выезжают. Где вот так видно? Вот так видно? Так, нет, нет. Машинки проехали вот так, да? Вот так видно. Ну, конечно, самолетов много, много очень. На заход немножко даже в очереди постояли, чтобы приземлиться. Но если летать на спокойный режим, то в порядке. Если начинают крутить, то хуже, чем американские горки. Не стошнило, но был близок. Говорят, некоторых нормально выворачивают после таких полетов. Ну что, поехали домой. На сегодня хватит.